Эта бронированная машина на территории Московского Кремля появляется в особых случаях. Сегодня ей предстоит перевезти необыкновенно ценный груз. Его стоимость даже не поддается оценке. Это шедевр ювелирного искусства из запасников главной сокровищницы страны. Алмазный фонд России. Вот, кстати, алмазы, а дальше еще будут бриллианты, сапфиры, изумруды. Все это невообразимой стоимости, но все это и национальные реликвии. За многими из этих экспонатов отдельные страницы российской истории. Но раз тайны, но раз легенды, какие-то из них мы раскроем. Вот, кстати, одно из последних поступлений – 8 кило самородок. А это знаменитый треугольник. 36 килограммов золота сразу. Но главное, что мы хотим понять, как на протяжении последних 300 лет удавалось все увеличивать и увеличивать эту коллекцию. Ну и, конечно, отдельная тема. Что за люди здесь работают? Сейчас вы видите уникальные кадры. Впервые перед телекамерами из бронированной витрины сейфа хранитель достает державу Российской империи. Прикасаться к ней имеют право только 4 человека во всей стране. Все они сотрудники Алмазного фонда России. Мы хранители ценностей, люди земные. Мы творцу и хранителю делом верны. Бережем достояние нашей России и историю Родины милой храним. Императорская держава, яблоко государево, знак владычества над землей, символ господства христианского вероучения. В 1762 году при подготовке к коронации Екатерины II о державе вспомнили всего за 2 недели до церемонии. Придворные нашли прежнюю державу в разобранном состоянии, без драгоценных камней, и решили сделать новую. Срочный заказ выдали одному из придворных ювелиров, Георгу Экарту. Работа шла в спешке, и на гладко отполированную золотую сферу пришлось крепить не отдельные бриллианты, а просто нашивки для бальных платьев. Облик державы неоднократно менялся. Современный вид она приобрела при Павле I. Под крестом появился крупный сапфир массой 195 карат, а в центре бриллиантовых поясов – треугольный алмаз. Общий вес императорской державы – 860 граммов. Внешняя держава не вызывает опасений, но хранители алмазного фонда и те, кто время от времени посещают экспозицию, заметили, что блеск регалии изменился. В чем причина и возможно ли восстановить прежнее ее сияние, предстоит разобраться реставраторам. Мы будем следить за этой уникальной операцией и за тем, как к державе Российской империи возвращается первозданная красота. Очень много из того, что мы покажем, до этого видел только узкий круг посвященных. Впрочем, так было всегда, еще с петровских времен. Ну вот взять историю учреждения царской сокровищницы Рентерии. Это само по себе тайна за тремя замками. Государственное хранилище ценностей рождено указом Петра I в 1719 году. Государству принадлежащие вещи – государственное яблоко, корона, скипетр, ключ и меч – имеют в царской Рентерии в большом сундуке за тремя замками в сохранении быть. К чему камер-президенту одному, камер-советнику и царскому рентмейстеру каждому по одному ключу иметь надлежит. И когда какое торжественное действо случится, то президенту с двумя камер-советниками идти в Рентерию и он и сундук отпереть, и надлежащие такие государству вещи вынить, а после бывшего торжества взяв, велеть он и паки в Рентерию сохранить. Сегодня драгоценности национальной сокровищницы хранят и перевозят, конечно же, не в сундуках, но по тому же принципу тройной защиты.
Символ самодержавия сначала укладывают в защитный футляр. Он, как и держава, был изготовлен почти 2,5 века назад и сам по себе ценный раритет. Футляр хранитель музея укладывает в холщовый мешок. Он защищает от случайных царапин. На мешке обязательно пломба. Далее его необходимо осторожно опустить в герметичный стальной контейнер, который в случае чего спасет реликвию от огня и воды. Контейнер тоже под пломбой, и под усиленной охраной его отправляют на реставрацию. В 1967 год СССР готовился к празднованию 50-летия советской власти. Юбилей решили отметить с небывалым размахом и удивить весь мир богатством нашей национальной сокровищницы. Но была еще одна причина для показа драгоценностей – политическая. И Америка, и Европа, вся, понимаешь, была, все газеты были испещрены только одним, что за 50 лет советской власти большевики проели все, что оставалось от царизма, понимаешь, вот такое. Только благодаря этому они еще сидят у власти. Теперь у них нет ничего. Василия Ивановича Смирнова, на тот момент ответственного сотрудника Гохрана, назначили руководить организацией необычной экспозиции Алмазного фонда Советского Союза. Я-то впервые, когда увидел эти ценности, не здесь. Они находились в совсем другом хранилище. И когда открыли шкафы, в шкафах особенно вот лежали ценности коронные, и у меня был такой вид ошарашенный, что хранитель выбежал вперед меня, раскинул руки и сказал: ближе подходить нельзя. Ну, я-то был не один, здесь комиссия целая. Говорит, ну как же мы будем работать, я обруть не убрать. Подготовить экспозицию необходимо было за рекордно короткий срок – полгода. Главной проблемой стала безопасность. Чтобы выставить на всеобщее обозрение национальные реликвии, нужны витрины с бронированными стеклами необычно большого размера. Единственный завод, который мог выполнить такой спецзаказ, оказался оборонным. Его специалистам удалось создать стекла толщиной 10 сантиметров, вес каждого полотна составил почти 100 килограммов. Этот стекольный завод выпускал пуленепробиваемые стекла для танкистов. Мы поехали туда договориться, чтобы сделать нам тоже пуленепробиваемые стекла. Они говорят, мы сделали бы, но для того, чтобы сделать, у нас размеры, например, 15 на 20, а вам же нужно, понимаешь, метр там 90, ну это у нас таких технологий не разработано. Ну, им дали команду, понимаешь, видимо, они там подработали дни и ночи, подработали, сделали. На заводе, когда изготовили вот это стекло, было произведено испытание очень простым способом. Была произведена очередь из автомата Калашникова с близкого расстояния. Эффект сверх всякого ожидания оказался положительным. Так что мы можем быть спокойны за государственные ценности, которые размещены на таких витринах. Экспозиция Алмазного фонда открылась точно в срок – 7 ноября 1967 года. Но первая, как сказали бы сейчас, презентация состоялась на 5 дней раньше для генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и Политбюро. Фурцева Екатерина Алексеевна, как увидела это все, еще там, говорит, у нее только было три слова – восхитительно, удивительно, прекрасно. Так с этими словами она и ходила. Успех выставки был ошеломляющий. Ее посещали все официальные делегации, прибывающие в Советский Союз. В книге почетных посетителей сохранились тысячи записей на самых разных языках мира. Здесь были президенты, премьеры, министры, бизнесмены, легендарные политические деятели. Советским гражданам попасть в Алмазный фонд оказалось намного сложнее. Только за первую неделю работы выставки от трудовых коллективов было подано заявок на 4 года вперед. При этом стоимость билетов была достаточно высокая – 1 рубль 50 копеек. За эти деньги можно было тогда 6 раз сходить в кино. Первоначально, как планировали, выставка должна была работать только один год – 1967.
Но уже первые зрители, которые пришли на выставку, были совершенно потрясены теми богатствами, что есть в государстве. И было принято особое постановление правительства нашей страны, и выставка Алмазного фонда – это постоянно действующая экспозиция на территории Московского Кремля. Сегодня, спустя почти полвека, мало что изменилось для желающих посетить Алмазный фонд. Здесь по-прежнему ажиотаж и длинные очереди за билетами, особенно в выходные. Экскурсии только для групп в 25 человек, продолжительность посещения – 40 минут. На входе также круглосуточно дежурят бдительные охранники. И для многих из них это даже не служба, а, как раньше говорили, почетная обязанность. Находясь на посту, испытываю гордость и большую ответственность, потому что нам поручено охранять не только имущественные ценности, но и традиции нашего государства, которые представлены в ряде экспонатов выставки. Мои любимые изделия на выставке Алмазного фонда – это большая императорская корона. Именно она представляет наибольшую историческую ценность. Ну, конечно, совершенно особая часть экспозиции Алмазного фонда – это совершенно уникальные ювелирные изделия для императрицы XVIII века. Вот это Елизавета Петровна, это Екатерина II. Стоит, кстати, заметить, что делалось это на государственные деньги, из государственных камней. Личной собственностью императрицы не являлось, они не могли это продать или заложить. Ну и, пожалуй, главное – коронационные регалии и, само собой, большая императорская корона. На момент изготовления только камни стоили 2 миллиона тогдашних золотых рублей. Это годовой экспорт России зерна. Сколько стоит корона сейчас, не возьмется рассчитать ни один эксперт, даже для того, чтобы определить стоимость страховки. Именно по этой причине корона никогда не покидает пределов не только что России, а Московского Кремля. Корона Российской империи – главный шедевр Алмазного фонда. Именно возле нее каждый из посетителей пытается находиться как можно дольше, но задерживаться у сверкающей витрины не рекомендуется. Корона не просто творение ювелирного искусства. Ее биография выбрала в себя как лучшее, так и худшее из того, что было в противоречивой истории нашей страны. Корона – свидетель и участник судьбоносных для государства российского событий. Большая императорская корона – главный символ власти и славы российских монархов. Создана для коронации императрицы Екатерины II в 1762 году. Придворным ювелирам Иеремии Пазье и Георгу Экарту отвели на выполнение заказа всего 2 месяца. Последний раз большая корона использовалась в государственных мероприятиях в 1906 году на торжественном открытии первой и последней дореволюционной Государственной Думы. Церемонию возглавлял последний император России Николай II. На изготовление венца пошло около 5000 бриллиантов старинной индийской огранки, 75 крупных жемчужин, 1 фунт золота, 20 фунтов серебра и редкий драгоценный камень, ярко-красная шпинель. Она венчает корону, общий вес которой почти 2 килограмма. Большая императорская корона состоит из 2 серебряных полушарий, символизирующих единение Востока и Запада на территории Российской империи. Головным убором корону делает алая бархатная подкладка, нижний ободок которой перед каждой коронацией подгонялся индивидуально по голове монарха. Национальная сокровищница всегда была под личным контролем первых лиц, будь то цари, императоры, императрицы, генсеки, сейчас вот президент, вот так и исторически сложилось. И вот в этом смысле любопытна переписка внутри Петербурга за 3 года. Министр Фредерик пишет лично императору Александру Третьему с просьбой об изготовлении броши силами придворного ювелира. Ну, казалось бы, мелочь в масштабах всей страны, но вот предмет личного внимания со стороны главы государства, который, кстати, будучи тяжело больным, ставит на этом красным карандашом резолюцию. Хорошо. И вновь вы видите уникальные кадры. До этого ни одной съемочной группе не удавалось снять, как ухаживают за главной коронационной регалией России. Подобные операции происходят не чаще, чем раз в 15 лет. Как раз сегодня в Алмазный фонд пришли реставраторы Геннадий Алексахин и Борис Иванов. Именно они вернули первоначальный облик сокровищам русских императоров. Первое, что мы испытали, это на следующий день мы признались друг другу, что мы не спали ночью. Это было действительно потрясающее событие. Не каждый день мы это все в руках держали.
Вот, а Игнатий очень правильно сказал, что мы очень долго не спали и друг от друга скрывали это. И кроме этого, у всех давление поднялось. Немногие знают, что произведения ювелирного искусства, как нежные оранжерейные цветы, подвержены болезням. В 1983 году большая корона оказалась на грани гибели. Корона умирала, пораженная оловянной чумой. Это уникальное произведение искусства, этот высочайший, высочайший духовный раритет просто погибал, потому что некоторые фрагменты короны были соединены тем именно сортом олова, который при изменении условий хранения или температур рассыпается серой пылью. Это явление называют оловянной чумой. Крепление многих бриллиантов ослабло, а сохранность конструкции венца вызывала серьезные опасения. Первое, что сделали реставраторы-ювелиры, обратились к архивным документам 18 века. По описаниям создавших корону мастеров, они разработали уникальную методику реставрации. Грязи в короне было там 1,7. Это очень много грязи. Вот мы ее взвесили, там мы помыли, высушили хорошо. Вот почти 2 грамма нету. Я так думаю, что со времен изготовления первый раз ее помыли. Реставрация коронационных регалий, а это малые короны для императриц, скипетр, держава, большая цепь и звезда ордена святого апостола Андрея Первозванного продолжалась 2 года. Но в результате мир увидел заново рожденные сокровища. Наши специалисты доказали, что традиции русских ювелиров не утеряны, более того, они сохранены и приумножены. И увидеть это великолепие, жаль не прикоснуться, сегодня могут жители не только России, но и всей планеты. Специфика глухарно состоит в том, что здесь хранятся вещи, которые являются историческими, культурными ценностями. Нам достались от предыдущих руководителей страны, царей и так далее. Это, по сути дела, произведение искусства. Алмазный фонд, тоже часть глухарно, который хранит не только золотые, серебряные, но изделия из драгоценных металлов, из драгоценных камней. И те произведения и искусство, которые представляют ценность, которая бесценна. Поэтому Гухран в последнее время становится более открытым. Гухран в последнее время ведет работу о том, чтобы вот эти запасы, которые хранятся, были доступны для наших граждан. Вот так сегодня перевозят драгоценности главной сокровищницы страны – Гохрана. Принципиально задачи этой организации не меняются вот уже 95 лет. Сбор, хранение и учет ценностей Государственного фонда России. Причем это не только уникальные ювелирные украшения, но и золото, алмазы, драгоценные камни. Их необходимо постоянно доставлять из отдаленных районов страны в центральное хранилище в Москве. Удивительно, но за все время в Гохране не было ни одного случая утраты. Лучшей гарантией безопасности здесь считают не автоматы и бронежилеты, а кадровую политику. Как правило, как люди сюда попадают? Вы их высчитываете и приглашаете? Или есть, что называется, инициативники? Конечно, мы выбираем. И, конечно, выбираем тщательно и долго. Здесь, в общем-то, довольно быстро определяют, кто может работать с ценностями, кто не может. Если это у кого-то слили, захватывает, то он не может. Неудачи были такие, когда вы кого-то брали на работу и пришлось расставаться? Вот, как вот по причинам? Этой причине нет, потому что есть надежная система отсева до того, которая позволяет как бы отсечь подобные случаи, испытательные сроки, там, стажировки и так далее, что позволит отсечь все до того, как человек непосредственно войдет в производственный процесс. В Гохране с момента основания практикуется еще один способ, гарантирующий сохранность государственных ценностей. Это тоже своего рода тайна, сохранившаяся с момента основания этой организации в 1920 году. Гохран приводит только по рекомендации. То есть рекомендует человек, пишут вверху в деле, рекомендовал такой-то, он отвечает за него. И так было всегда и сейчас точно так же. Поэтому никаких таких вот случаев у нас при перевозке не было. Понятно, что изначально золотые и бриллиантовые ручейки державы стекались не в Москву, а сюда, в Санкт-Петербург. Сначала в Петровскую рентерию, потом в бриллиантовую комнату императрицы Екатерины. Вообще, вот эти стены Зимнего дворца хранят много тайн Российской империи.
Государственные регалии и драгоценности, хранящиеся в подвалах дворца, увидели свет при императрице Екатерине Великой. После коронации государыни в ее покоях начали оборудовать специальную комнату, названную алмазной или бриллиантовой. Ее нельзя было назвать сейфом для хранения драгоценностей. Скорее, это был роскошный дамский будуар. Здесь любили проводить время лица, приближенные к императрице, ее многочисленные фрейлины, фавориты и уважаемые зарубежные гости. По одной из легенд, закрытые вечера часто заканчивались щедрыми подарками от матушки Екатерины, ювелирными украшениями из фонда бриллиантовой комнаты. Государыня просила сохранять в тайне все увиденное. Все драгоценности, которые были здесь, за исключением драгоценностей короны, они принадлежали царскому двору и императрице. Поэтому она могла их дарить, давать, менять. Первоначально Екатерининская бриллиантовая комната помещалась в юго-восточном ризалите Зимнего дворца в ее покоях. После этого, к концу правления Екатерины, бриллиантовая комната была перемещена. И она занимала один из залов, пристроенный к галерее, занятой купеей лоджии Рафаэля. Щедрость государыни Екатерины II угасла к концу ее правления. Более того, императрица в 1789 году издала специальный указ сделать опись ее драгоценностей. По сути, это была первая инвентаризация коллекции драгоценностей императорского Эрмитажа. С этого момента роскошные подарки Екатерины за казенный счет, усыпанные бриллиантом табакерки, броши, перстни, стали делом прошлого. Но государственные траты на приобретение ювелирных украшений продолжали расти. Нередко между чиновниками и ювелирами возникали конфликты. Сохранились документы, когда оплата мастерам за их работу запаздывала, и им несколько раз приходилось ждать. Но, надо сказать, что Екатерина пыталась навести порядок в этом деле, и она даже издала специальный документ, в котором нужно было упорядочить оплату мастеров или те вещи, которые были не куплены, вернуть мастерам обратно. Во второй половине XVIII века между русскими и зарубежными ювелирами, работавшими в Санкт-Петербурге, развернулась серьезная конкуренция. Такая творческая борьба подстегивала фантазию мастеров и помогала реализовывать самые смелые художественные замыслы. Именно в тот период по заказу императорского двора созданы бесценные коронационные шедевры. Среди них скипетр Екатерины II. Императорский скипетр – символ светской власти. Екатерина Великая получила его через несколько лет после коронации в 1770 году. Первоначально это был гладко отшлифованный золотой жезл, длиной 60 сантиметров, перехваченный бриллиантовыми ободками. Прочеканенная ручка усиливала игру света тени. На изделие ушло почти 400 граммов золота, 60 серебра и 200 бриллиантов. Скипетр венчал литой золотой двуглавый орел, герб Российской империи. Окончательную монументальность скипетр приобрел, когда его украсил роскошный алмаз Орлов, который преподнес императрице на именины самый влиятельный ее фаворит – граф Григорий Григорьевич Орлов. После смерти Екатерины II бриллиантовую комнату неоднократно переносили в разные пределы Зимнего дворца, но всегда по одному и тому же принципу – рядом с покоями императоров и императриц. Наверное, для спокойствия их сна. И отдельная история связана с Александрийским столпом, алмазным кабинетом и коронационными регалиями. В чем дело? За все годы эти ценности не раз путешествовали. Иной раз вынуждены, как во время наполеоновского вторжения, тогда их эвакуировали. Иной раз совершенно осознанно, например, к нам в Москву, их привозили на коронации, вот отсюда, из Петербурга, из Зимнего дворца. И вот, кстати, о Зимнем дворце. Пожар, 1837 год. Сам император Николай I принимает участие в спасении ценностей. Их выносят сюда, к основанию Александрийского столпа. Раскладывают на снегу. И самое поразительное, несколько дней они здесь пролежали, и ведь ничего не пропало. То, что происходит за этими стальными дверями на тихой Московской улице, тайна для большинства москвичей. Именно здесь находится главное государственное хранилище России – Гохран. Здание специально спроектировали более 40 лет назад, но оно до сих пор имеет высочайший уровень безопасности. Толщина бетонных стен больше метра, здание выдержит все возможные землетрясения и даже прямое попадание авиабомбы. Подкоп к хранилищу исключен, на несколько метров вглубь все залито бетоном.
Секретную стройку курировал личный председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин. Так что сегодня Россия имеет хранилище ценностей, не уступающие по надежности американскому Форт Ноксу. Именно здесь, в подземных бункерах Гохрана, находится значительная часть золотовалютных резервов России. Впрочем, о золоте чуть позже. А пока посмотрим, что происходит с державой Российской империи. Она только что прибыла в центральный офис Гохрана, где находится экспериментальная лаборатория ювелирных изделий. Именно здесь, в 70-х и 80-х годах прошлого века, родились знаменитые ювелирные шедевры, которыми восхищается весь мир, а советские мастера стали легендами мирового ювелирного искусства. Живая легенда экспериментальной лаборатории Гохрана уже знакомый нам Борис Васильевич Иванов. Он уверенно, почти по-царски берет державу в руки. Борис Васильевич имеет на это право. Именно он почти 30 лет назад проводил ее полную реставрацию и в деталях знает конструкцию «Яблока Государева». Мы даже не ожидали, что при нас откроется еще одна тайна царских сокровищ. Оказывается, державу можно легко разобрать по частям, словно конструктор. Золотая сфера легко делится на две части. Достаточно открутить снизу специальный болт из чистого золота. Теперь мастеру надо понять, почему потускнела держава и как безопаснее всего вернуть ей первоначальный блеск. Ну, это профилактический осмотр, или, как вот у нас говорят, сухоочистка. То есть это протереть там со спиртиком или салфеточкой протереть, протереть камни, посмотреть. Ну, в данном случае мы открыли, посмотрели, как держатся вот эти вот венцы. После ошеломляющего успеха первой экспозиции алмазного фонда в Гохране была создана экспериментальная лаборатория. У мастеров появилась уникальная возможность – изобилие редких драгоценных камней и металлов создать неповторимые ювелирные изделия. На свет появились произведения искусства, которые весь мир сразу признал шедеврами. Ты смотришь вот на них, как будто и вроде бы это и не ты делал. Неужели ты так сделал? Вот это не укладывается в голове, что так можно было вот в свое время работать. Эти великолепные украшения никогда не надевали дамы и кавалеры. Они – недостижимая вершина ювелирного искусства и никогда не рассматривались как модные аксессуары. Это – символы богатства ресурсов и могущества страны. Демонстрация уровня культуры нации, которая стремится объединить все лучшее, что было накоплено за многовековую историю. Яркий тому пример – легендарная «Белая роза» ювелира Владимира Николаева. Самая крупная алмазодобывающая корпорация в мире, «Де Бирс», хотела выкупить этот шедевр за любые деньги, чтобы сделать своим символом, но подобная сделка была исключена в принципе. Розу вырезали из платины и усыпали сотнями бриллиантов к столетию Владимира Ленина. Этой розе нет подобных и равных в мире. Не в заморских пределах ты черпала силы, богатея казной от посольских даров, создавалась и строилась наша Россия вдохновенным талантом своих мастеров. И наполняют сердце силы любви, надежды и добра, ведь в этом мире есть Россия и есть в России мастера. Мастера Гохрана вошли в историю не только как создатели ювелирных украшений, но и как свидетели появления государственных наград и знаков отличия Советского Союза. Вот что касается знаков отличия, вот они, уникальные экспериментальные маршальские звезды. Но, конечно, главный экспонат на этой витрине – это легендарный полководческий орден Победы времен Великой Отечественной войны. Октябрь 1943 года. В Великой Отечественной войне коренной перелом. Ставка главнокомандующего принимает решение создать орден для полководцев за успешное выполнение боевых операций на одном или сразу нескольких фронтах. Окончательный дизайн награды утверждает лично Сталин. Он выбирает один из 15 эскизов, но просит заменить барельефы Ленина и самого себя, Сталина, на центральном медальоне. По его мнению, здесь более уместны монументальные символы страны – Спасская башня и часть Кремлевской стены. В таком отредактированном виде Орден Победы и пошел в серию. Немногие об этом знают, но при изготовлении ордена у ювелиров возникли трудности, и они, рискуя многим, пошли на хитрость. Рубины, которые расположены на лучах
орденом Победы. В природе одного размера и одного цвета подобрать невозможно. И так как было дано задание выполнять орден из отечественного материала, а у нас в стране разработок по добыче рубинов не было, решили заменить синтетическим рубином. Но об этом знал только маленький круг специалистов, которые делали. Остальные об этом не говорили, так как знали жесткий характер. Первым обладателем Ордена Победы стал маршал Победы Георгий Жуков, вторым – маршал Василевский, и только третьим награжден был верховный главнокомандующий Иосиф Сталин. Всего было награждено лишь 17 советских и зарубежных высших военных чинов, в том числе генерал армии Соединенных Штатов Эйзенхауэр и британский фельдмаршал Монтгомери. Орден Победы имел два вида крепления. Так как наша вся наградная система практически была на винтах у орденов, а маршал Великобритании, у них наградная система булавочная, поэтому ему орден был изготовлен с булавкой. В Советском Союзе после смерти награжденных все ордена с драгоценными металлами и камнями сдавались в Гохран. Их продажа до сих пор запрещена законом. Но за рубежом такое возможно. 30 лет назад на одном из аукционов Орден Победы ушел за 6 миллионов долларов. Есть предположение, что это была награда румынского короля Михая. В закрытой экспозиции государственного хранилища можно увидеть не только ордена и медали ближайшего исторического периода, но и драгоценности царской династии. По словам сотрудников Гохрана, это помогает им вести научную работу, выявлять, кому принадлежали те или иные украшения. Ведь все это великолепие не просто ювелирные богатства, это свидетели не менее богатой нашей истории. Вы знаете, каждый исторический памятник, когда обретает свою принадлежность, когда раскрывается для людей его история, он приобретает большую ценность, они несут на себе большую государственную значимость. Практически все из вещей, которые представлены в экспозиции, принимали участие в тех или иных государственных мероприятиях. Это и коронации русских царей, а значит, приход к власти того или иного монарха, а значит, политика, от которой зависели судьбы не только российского государства, но и мирового сообщества. Вокруг национальной сокровищницы огромное количество тайн не только в прошлом, но и в настоящем. Ну, например, практически никто из посторонних до сих пор не видел, как идет сортировка драгоценных камней. Очень интересный процесс. Ну и понятно, что главный драгоценный камень – это алмаз. Отдел сортировки алмазов работает бригадным методом. В каждом модуле расположена своя бригада, которая в день может рассортировать более 10 тысяч каратов алмазов. В данном случае происходит в этой бригаде сортировка алмазов средних размерностей. 10 тысяч каратов алмазов – это 2 килограмма по массе. Необработанные камни сейчас поступают в основном из Якутии. Гохран, как представитель государства, выкупает их у добывающих компаний. Сортировка кристаллов идет по размеру, форме, качеству и цвету. Отбором лучших кристаллов занимаются только женщины. Которая называется сортировщица алмазов. То есть это женщина средних лет. Мужчинам лучше не доверять. Да? Ну, такой кропотливостью, как показывает практика, мужчины не обладают. И должен быть особый запас устойчивости зрения, потому что это 8-часовой рабочий день, когда все зрение концентрируется на этом камешке, он может быть и большой, и маленький, его нужно отнести к определенной категории. И здесь нужна усидчивость, определенные быстрые движения кисти руки и в то же время идеальное зрение. С одной стороны. С другой стороны, конечно, это безусловная порядочность, это способность работать с ценностями, как с обычным материалом. Гораздо сложнее ситуация с огранкой алмазов, после чего они становятся бриллиантами. В мире утверждено около 2000 различных форм гранения кристаллов, и для повседневной работы мастеру надо знать хотя бы сотню из них. Любая ошибка в оценке качества грозит государству многомиллионными убытками. Поэтому сортировка идет, только вдумайтесь, по 6000 параметров. Ну и вот она, святая святых Гохрана, подземный бункер, где хранятся драгоценности. Хранятся вот в таких холщовых мешочках, открыть нельзя, на каждом пломба.
Но, наверное, можно предположить, что вот на этих стеллажах несколько годовых бюджетов Российской Федерации. Собственно, вот она, главная национальная кладовая нашей страны. Камни – это, конечно, на первом месте алмазы. Это то, что сегодня Российская Федерация представляет на мировом рынке в качестве ведущей державы. То есть больше, чем добывается алмазов в России, ни в одной стране мира больше не добывается. Сегодня Россия на первом месте по объему добычи. Это примерно треть мировой добычи. Это очень существенный объем. Примерно раз в 5 лет у сортировщиков Гухрана возникает замечательный форс-мажор. Это когда с приисков поступает особо крупный алмаз. Экземпляры весом более 20 карат здесь исследуют особенно тщательно и составляют на них, словно на человека, индивидуальный паспорт. Камню могут даже присвоить имя. Вот здесь мне почему-то очень понравился композитор Шнитке. По-настоящему удивительного цвета камень, который называется «Вилюйга-строй». Романтическое название. И не могу пройти мимо Сергея Прокофьева. Уникальные именные кристаллы выставляются в алмазном фонде. В центре этой группы, вот как бы вершине треугольника, представлен один из крупнейших алмазов коллекции. Название запоминающееся – «Звезда Якутии». 232 карата его масса. А вот так выглядит самый красивый в коллекции алмаз. Вот он, третий в ряду – горняк. 44 карата. Посмотрите, как идеально природная форма этого алмаза. Вот с трудом верится, что он создан не руками человека. И одно из последних поступлений в коллекцию алмазного фонда – кристалл под названием «Творец». 298 каратов его масса. Подлинность именных камней не вызывает сомнений, но сегодня постоянно растет число подделок. Чтобы исключить риск ошибки, Гухран использует самую современную аппаратуру. Вид драгоценных камней под микроскопом завораживает. Это настоящий космос. Застывшее великолепие природа донесла до нас через сотни миллионов лет. Микроскоп – не единственный метод диагностики. Современные приборы в лаборатории Гухрана позволяют чуть ли не до атомов изучить состав исследуемого кристалла. Например, вот это. Помогает окончательно решить, каково происхождение алмаза – природный он или синтетический. Алмаз помещаем в прибор. Если это у нас, опять же, не алмаз, он покажет какие-то сторонние элементы или какие-то другие элементы, не соответствующие природному алмазу. Самый ценный и знаменитый кристалл в коллекции алмазного фонда – своего рода король алмазов. Это алмаз «Шах». Его появление в запасниках – отдельная драматическая страница нашей истории. Январь 1829 года. В Тегеране фанатики устроили кровавую резню в русской дипломатической миссии. В ходе штурма был убит Александр Грибоедов, дипломат и известный русский поэт. Его тело толпа несколько дней таскала по улицам города. Эти кощунства возмутили русского царя, и Российская империя оказалась на грани войны с Персией. Для извинений в Санкт-Петербург прибыл лично наследный принц Персии Хасреф Мирза. Он и преподнес царю в знак примирения среди многочисленных дорогих подарков одно из ценнейших сокровищ – знаменитый алмаз «Шах». Природная форма этого алмаза не поражает какой-то необычной красотой. Даже его вес, чуть более 88 карат, не самый рекордный. Но та часть истории, которая за ним стоит, вызывает трепет. На трех гранях алмаза сделана гравировка. С большим техническим совершенством вырезаны три надписи на персидском языке. Это даты по восточному календарю и имена правителей, которые последовательно владели камнем. По преданию, алмаз висел над троном правителей Индии с 17 века в качестве талисмана. Но он не стал амулетом для своих владельцев. На протяжении трех веков шах был добычей в войнах, видел кровь, насилие и несправедливость. И только попав в Россию, алмаз обрел спокойствие.
Многие сегодня задаются вопросом, а почему бы не использовать нашу национальную сокровищницу для пополнения финансовых активов государства? Сейчас есть масса вариантов для этого. Вот ответ на этот непростой вопрос надо искать в прошлом. Подобная идея возникла сразу после Октябрьской революции, но реально распродажа части алмазного фонда состоялась всего однажды, в 20-х годах прошлого века, и тут же стала поводом для рождения новых тайн. В 1914 году все ценности камерального отделения кабинета Его Императорского Величества были отправлены из Санкт-Петербурга в Москву. Из-за Первой мировой войны возникла угроза захвата северной столицы, и драгоценности эвакуировали вглубь страны, в Московский Кремль. Их судьба окончательно определилась только в 1920 году. Постановление Совета народных комиссаров РСФСР. Для централизованного учета всех принадлежащих РСФСР ценностей при Центрально-бюджетно-расчетном управлении учреждается Государственное хранилище ценностей РСФСР Гохран. И еще. Все вновь поступающие ценности сдаются Гохрану незамедлительно. Подписано собственноручно. Ульянов Ленин. В запаснике Гохрана эвакуированные царские сокровища попали не сразу. О том, что в подземельях Кремля находятся бесценные коронационные регалии и сотни ювелирных украшений дома Романовых, большевики вспомнили лишь 2 года спустя. 8 марта 1922 года. В подвалы Московского Кремля, словно в царскую рентерию, спускаются несколько десятков человек. Но, как и в петровские времена, главные среди них трое. Председатель Реввоенсовета Лев Троцкий, академик-минералог Александр Ферсман и представитель Гохрана Александр Котлер. В их присутствии вскрыты сундуки и ящики с драгоценностями, в том числе и с коронационными регалиями. Сокровищ оказалось очень много. Советские эксперты только драгоценные камни в изделиях оценили в 162 миллиона золотых рублей. Однако споры о том, сколько же драгоценностей тогда извлекли большевики из кремлевских подвалов, не утихают вот уже почти 100 лет. Возможно, нам удастся хотя бы немного приоткрыть завесу и над этой тайной. Вот уникальное издание, 4-томный труд «Алмазный фонд СССР». Дата выпуска 1924 год. Сегодня экземпляров этого издания по всему миру не более 10. Альбом, конечно же, является высоким раритетом. И в качестве подтверждения этого могу сказать, что в 2008 году на аукционе в Сотбе альбом был выставлен на продажу. И стартовая цена была определена в 40-60 тысяч долларов. Внутри этой папки итог 3-летней работы специальной комиссии Совнаркома под руководством академика Александра Ферсмана. Здесь описание изделий, специальный историко-технический текст и многочисленные фотографии. Предваряет книгу перечень ценностей, занесенный в реестр Гохрана. Документ составлен лично одним из самых авторитетных ученых своего времени. Опять же Ферсман пишет: в состав алмазного фонда, включающего часть бывших коронных драгоценностей, внесено 406 художественных предметов, составляющие 271 номер, из коих свыше 200 точно согласованы со старыми описями. Вот, собственно, фактический материал, который был написан академиком. Чтобы окончательно успокоить мировую общественность, в декабре 1925 года царские регалии и самые ценные ювелирные изделия дома Романовых выставили на всеобщее обозрение в колонном зале Дома Союзов. Скажем прямо, доступ к священным раритетам был слишком свободным. Да, реализовывались ценности в довольно-таки большом количестве, через аукционы, через продажу частным антикварам. Имело место быть такие, да, этот факт действительно нам известен. Продавались они через посредников, ну, такое на слуху имя, наверное, все вы знаете, Арманд Хаммер. Вот в этом крыле Зимнего дворца располагались личные покои императрицы Екатерины II и, соответственно, сокровищницы. Но с тех пор здесь все перестроено. Впрочем, даже не в этом причина, по которой до сих пор невозможно понять, могли исчезнуть или нет раритеты из царской коллекции в советские времена. Дело в том, что последняя опись в кладовой номер 1 при царях производилась в 1891 году. И вот та опись сдана в архив в рамках дела Троцкого. А вот это дело, в свою очередь, все еще засекречено. Поэтому сравнить
Ленинскую опись и описи комиссии Ферсмана пока не представляется возможным. Но даже и узнав эту тайну, мы вряд ли приблизимся к пониманию другой загадки. Почему, несмотря на все войны, на все революции, национальная сокровищница только увеличивается? Сухая чистка державы закончена, и, похоже, мастеру удалось не только вернуть ей первоначальный блеск, но и проверить, насколько крепко сидят в своих гнездах сотни бриллиантов. В ближайшее время никакой реставрации, никакого вмешательства тут не нужно. Потому что она сделана очень надежно сейчас. И крест ровный, и, как говорится, все камни на месте, все. Я считаю, что она в отличном состоянии сейчас. Держава отправляется в обратный путь, в Кремль, в Алмазный фонд. Посетители выставки часто удивляются, что треть экспозиции отдана не ювелирным украшениям, которых в запасниках Гухрана и так много, а коллекции золотых и платиновых самородков. Объяснение простое. Мы хотим показать всему миру красоту нашей Родины и богатство ее недр. У нас самая большая в мире коллекция самородков. Около 200 лет назад на Урале под Миасом было найдено вот это ажурное образование весом более 3 килограммов. Самородок так назвали – большой, дырчатый. Но самая загадочная находка золотоискателей ждала там же через 2 года. Удача улыбнулась старателю Никифору Сюткину. Природа подарила ему целых 36 килограммов золота. Нашли его, как говорится, в глине. Думали, что это какая-то обыкновенный камень. Ну, чуть-чуть потерли, потому что очень тяжелый. По сравнению с таким же размером камня, он тяжелый. Его потерли немножко, там блеснуло золото. Тогда его начали чистить. И вычистили, и дочистили вот до такого вот состояния. Находку назвали «большим треугольником», и сегодня это самый крупный самородок в мире. Остальные еще более крупные образования, найденные за рубежом, переплавили, и они стали обычными заурядными слитками. Говорят, что желание сохранить эти безумно дорогие и неповторимые по красоте памятники природы – наша национальная особенность. Вот так устроен, вероятно, русский человек. Мы любим все необычное хранить. Это всегда было. Со времен Петра, помните, кунсткамера, в которой собирались самые необычные, самые удивительные вещи. Русский человек вот любит такие представительные вещи. Сегодня таких чудес природы все меньше, зато значительно больше самого золота. Золотовалютные резервы России превысили 1000 тонн. Это 7-я позиция в мировом рейтинге. Но надо учитывать, что золото большинства стран-лидеров хранится в Федеральном резервном банке США. Доступ к нему в экстренных случаях затруднен. Например, Германии, когда она решила сделать ревизию собственных запасов, американцы просто отказали. Наше золото хранится только на территории страны, и одно из самых крупных хранилищ – бункера Гухрана. Андрей Владимирович, простите меня за поверхностный вопрос. А зачем все это надо? Я вот в 90-е в Лондоне работал, как раз тогда очень прогрессивное Министерство финансов английское сказало, мы сейчас долю золота вот так вот сократим и будем с валютой играть. А Россия и вы лично бесконечно увеличиваете именно золотой запас. Зачем? А вот если внимательно посмотреть на действия правительств стран всего мира, то окажется, что все государства увеличивают золотой запас. Опять. И увеличивают опять-таки в металле. Не в валюте других стран, а в металле. Причем увеличивают весьма существенно. Чем хорошо золото? Золото всегда металл, который имеет некую цену. Поэтому золото, как базовый актив, в который страны вкладывают свои золотовалютные резервы, безусловно, остается. Это хранилище золота Гухрана. Съемка здесь тоже происходит впервые. Именно сюда благородный металл поступает с аффинажных заводов страны. Перевозят золото под охраной в специальных стальных контейнерах. Слитки уложены слоями и напоминают кирпичную кладку. Золотых слитков в данном контейнере можно было перевозить по максимуму где-то больше 100 штук. Контейнер, сами посидите, он очень такой, в общем-то, многоразового использования, вечный, как будем говорить. Новичков, которые впервые оказываются в золотохранилище, ну и просто тех, у кого глаза горят от такого количества металла, а вот вам палладий, вот платина, ну и золото, само собой, любят помучить. Говорят, мы дадим вам один из этих слитков, если вы сможете поднять его 2 пальцами. Пробуем.
Нет, конечно, это совершенно невозможно. Только в этом слитке 12 кило, еще 384 грамма. Том, первая проверка на психологическую устойчивость. Многие, наверное, думают, что золотые слитки хранятся в бронированных бункерах, на специальных стеллажах, слоями, словно кирпичи. Мы разочаруем зрителей и откроем еще одну тайну национальной сокровищницы. В России бункеры, конечно же, существуют, но золото хранится в непримечательных, зато очень практичных ударопрочных контейнерах. В таком виде золотой резерв страны ждет своего часа и при необходимости может быть отправлен в любую точку земного шара. Обратите внимание, проба 9999, 4 девятки, легендарные 4 девятки. То есть, значит, что вот в этом слитке примеси не более чем 0,01%. Нарушить эту пропорцию значило спровоцировать бы международный скандал. Вот именно поэтому за чистотой металла следит целый отряд специальных экспертов. В Гохране проверяют каждую поступающую партию золота. Самый быстрый метод – ультразвуковой или акустический. Вот мы ставим датчик на данный слиток и выявляем, является ли этот слиток настоящим, подлинным, или здесь имеется какой-то брак или контрафакт. Но если необходимо измерить те самые 4 девятки, то есть сотые проценты примесей, то к диагностике подключают спектрометр. Сначала проба золота растворяют в смеси кислот. Затем полученный светло-желтый раствор помещают в диагностическую мини-лабораторию, которую управляет компьютер. Как видим, императорской державе возвращен первоначальный блеск и красота. Жаль, видеотехника пока не в состоянии передать всего великолепия, но завораживающую игру камней можно увидеть своими глазами, посетив экспозицию алмазного фонда. А что дальше будет делать Гохран? Вот он просуществовал, ну, в разных формах. Там можно считать 70 лет, может, 80, а можно и все 200 и 300 насчитать при желании, как пополнялась коллекция. Что дальше? Какие перед ним задачи стоят? У них несколько. Хранение ценностей и драгоценностей. Здесь можно говорить о драгоценности, которые принадлежат государству. Второе – это продвижение нашей ювелирной промышленности. Еще одна задача – это задача сертификации. Сертификация золотых изделий, изделий из драгоценных металлов. Потому что именно Гохран – это правительственный такой золотовалютный резерв. Перемены, безусловно, возможны в зависимости от того, как, какие соотношения с ценностями будут складываться на мировом рынке, что в наибольшей степени востребовано, что в наименьшей, что либерализуется и, скажем, уходит из государственного поля влияния, что остается. Поэтому для себя мы, например, сегодня не производим ювелирные украшения и, скажем, в меньшей степени их покупаем, чем это было раньше, но для себя мы избрали в качестве стратегии это поддержку национальной ювелирной продукции. То есть, говоря языком экономики, вы не только копите, но и создаете добавленную стоимость. По крайней мере, стимулируете людей. Да, конечно. Подобные хранилища и экспозиции имеет каждое государство, обладающее мощными природными и интеллектуальными ресурсами. Российский алмазный фонд и фонды Гохрана по культурной, художественной, научной и материальной значимости сегодня сравнивают лишь с двумя мировыми собраниями. Это сокровища бывших иранских шахов в Тегеране и коронные ценности Англии в Лондоне. О размерах и объемах национальной сокровищницы можно судить хотя бы по той легкости, с которой в Гохране нам предоставили, с позволения сказать, реквизит для создания карты Российской Федерации объемом 17 тысяч карат алмазов. Ну и пусть на меня не обижаются жители других регионов, но на правах москвича столицу нашей Родины я обозначу еще и рубином.